Картина дня в репортажах журналистов МТК «Видео» на канале ТНТ. Сегодня в выпуске. Первые листы для голосования попали в подсчет. Горожанам предлагают выбрать общественные места, то есть скверы, парки, аллеи, которые прежде всего нуждаются в благоустройстве. Голосование продолжается. Следующий этап будет рейтинг. Снегопад активировал 98 единиц дорожной техники, но на Колымской трассе пока остаются участки, которые требуют особого внимания. В Магадане произошел самый крупный пожар. Сгорели 200 квадратных метров складских площадей в 100 метрах от хранилища пиротехники. Иренский язык становится ближе. Прошел первый бесплатный урок. Сложные лингвистические знания преподают без оценок. Не гордость. Об этом и многом другом за 15 минут. Сегодня сделали первую выемку листов для голосования по общероссийской акции «Выбери сам». За неделю в ней приняли участие более 400 человек. 17 января магаданцам предложили из 30 общественных территорий – это скверы, парки, аллеи, отдыха, детские площадки и другие зоны – выбрать 5, которые прежде всего нуждаются в благоустройстве. Предложения горожан будут принимать до 16 февраля. Затем из 5 территорий, набравших наибольшее количество голосов, выберут 3, на которые и будут подготовлены эскизные проекты. Ознакомиться с ними магаданцы смогут в СМИ, а проголосовать за наиболее понравившиеся 18 марта в день выборов президента России. Это будет проходить акция с 15 января по 15 февраля. Еженедельно комиссия, которая утверждена муниципалитетом постановлением, да, она будет выбирать выборку этих бюллетеней, проводить подсчет голосов и вывешивать это на сайтах Open Magadan город. На Open Magadan и вечерний Магадан опубликовывать эти материалы. Голосование остается открытым в 3 крупных магазинах Магадана. Волонтеры с листами для голосования ждут ежедневно, кроме воскресенья с 18 до 20:00. Магадан – балаганный эталон солнечной улы во власти снежной стихии. Сегодня на эти участки федеральной дороги направлены дополнительные 10 единиц техники. 98 снегоочистительных машин сейчас работают на трассе, справляются с заносами и переметами. Движение по всем направлениям на Колыме открыто. Циклон, по прогнозам синоптиков, в Магаданскую область пришел на всю рабочую неделю. Ожидается, что сегодня он только незначительно сдаст позиции. Завтра прогнозируется усиление ветра до 16 метров в секунду со снегопадом. К концу недели в регионе ожидается потепление еще на несколько градусов. Власти региона начали подготовку к следующему отопительному сезону. Из особой экономической зоны на эти цели выделено 160 миллионов рублей. Это на треть меньше, но компенсирует этот дефицит из региональной казны. На подготовку городских округов к текущему сезону было направлено почти 250 миллионов рублей. Из них 35% денежных средств направили на обновление парка коммунальной и специализированной техники. Мы приобрели также дополнительное значительное количество резервных источников энергоснабжения. Но именно на этой неделе мы распределим это по нашим муниципальным образованиям, поскольку именно наличие резервных источников питания очень важны в период низких температур, с тем, чтобы в случае необходимости очень быстро включать резервное питание и не обесточивать наши котельные. На днях все ресурсно-снабжающие организации Колымы начнут подготовку к масштабному летнему ремонту, закупка запчастей, поставка оборудования, заключение договоров с подрядными организациями. Сегодня в Магадане пожарные продолжают ликвидировать последствия возгорания на оптовой базе на улице Первомайской. Сообщение о пожаре поступило накануне вечером. Складские площади принадлежали 4 предпринимателям. В здании хранили продукты и мебель. По предварительным оценкам спасателей, виноваты в произошедшем владельцы помещений, которые отказались от центрального отопления и обогревали склад самостоятельно. Персонал, находящийся на складе, вместо того, чтобы вызвать пожарную охрану при обнаружении признаков пожара, начали оповещать свое руководство, в общем, делать все наоборот, с точностью наоборот. Ввиду этого примерное потерянное время составило около 20 минут. То есть свободное развитие пожара происходило 20 минут. Это очень долго и много. Открытый огонь локализован к 4 утра 22 января. Никто не пострадал. В тушении задействовано 49 спасателей и 12 машин. Одной из главных задач было не допустить распространения огня на соседние здания, где хранили пиротехнику. Нам повезло, то, что наш склад находится в стороне. Ну, как бы мало бы не показалось, было бы очень печально, если бы огонь дошел до нас.
На месте пожара продолжают работать спасатели и следователи. Проливают тлеющие участки здания и выясняются причины происшествия. Подсчитывают убытки. Работа оперативников осложняется тем, что помещение площадью около 200 квадратных метров сильно выгорело и до сих пор существует угроза обрушения металлоконструкций. Магаданцам предлагают бесплатно изучить ивенский язык. На первом уроке было 5 человек, для которых родной язык русский и армянский. Оркестр Магаданского драматического театра поднялся из ямы на сцену. Подарком для слушателей стали композиции известных кинофильмов. В Магадане на стадионе открыли каток. 2 месяца ждали любители фигурного катания, чтобы открыть сезон под открытым небом. Мобильный репортер поднялся на сопку у поселка Амчак и стал 25-м покорителем высоты с 1945 года. «Ни» в ивенском языке. Этот вопрос задается только человеку. На этом уроке не будет оценок. Первое пробное занятие по изучению ивенского языка прошло в библиотеке имени Александра Пушкина. Главный принцип – никакой зубрежки, только живое общение. Говорить на тунгусо-маньчжурском наречии могут немногие. Забывать язык предков молодежь начала еще в советские годы. В Магадане инициатива возрождения ивенского принадлежит учителю Нине Игнатенко. Ее семье удалось сохранить знания родной речи, и сегодня на курсах она объясняет сложные лингвистические термины. Это мой родной язык, и мне захотелось его знать. И мы с удовольствием сюда пришли на курсы ивенского языка. Пришли. Я пришла, дочь пришла. То есть мы вместе с дочерью решили изучать ивенский язык. Ивенский, он как бы мне родной, он звучный, и мне кажется, что я его легко выучу. Сегодня в фондах областной библиотеки имени Александра Пушкина хранятся учебные пособия и художественная литература на ивенском языке. Самое раннее издание – краткий ивенско-русский словарь 1936 года. Книги используют для проведения занятий. Но благодаря им слушатели могут не только изучать язык, но и знакомиться с обычаями северных народов. Бесплатные курсы проходят 2 раза в неделю по четвергам и воскресеньям. Сегодня студенты 5 среднеспециальных и высших учебных заведений Магадана познакомились с работой полицейских. Около 80 человек увидели изнутри будни специалистов различных подразделений. Евгения Вакарчук, оценив все плюсы и минусы профессии, после окончания вуза решила стать инспектором по делам несовершеннолетних. Работа с детьми, да, помогать трудным подросткам, потому что все равно кто-то должен помогать им, наставлять на правильный путь. Побывали студенты в спортзале, где сотрудники патрульно-постовой службы показали приемы рукопашного боя. Среди студентов нашлись смельчаки, которые на себе испытали силу профессионального захвата. Всероссийская акция «Студенческий десант» на территории Магаданской области продолжается. В течение 2 дней будет предложено знакомство с другими подразделениями органов внутренних дел Колымы. Взорваться! Сначала и... Впервые в этом году концерт оркестра Магаданского драматического театра. Репетиции до последней минуты. Для главного режиссера Руслана Казавчинского это уже 3-й подобный концерт. Подготовкой музыкантов доволен. На 5 баллов. В 5-бальной системе. В новом сезоне новый репертуар. В этом году музыканты исполняют на сцене театра композиции из известных фильмов. Марш ленты «12 стульев», произведения из «Земли Сальникова», саундтреки блокбастеров «Убить Билла», «Розовая пантера» и другие. В концерте принимали участие не только оркестр, но и солисты театра – Павел Бедарев, Дина Богатырева, Гульнора Резоева и другие. Репетировать музыкантам довелось всего 3 недели, но все задуманное исполнить успели. Сюрпризом для зрителей стала знаменитая композиция Ханса Циммера из фильма «Пираты Карибского моря». Завершили концерт попурри из любимых советских фильмов «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука» и других. Это вот действительно ты чувствуешь по-другому. Ощущения абсолютно другие, если бы ты это там, где-то по телевизору и там видел. Создали, скажем так, современную уже интерпретацию, когда можно и видеть и на экране, и слышать прекрасную музыку. Следующий выход из оркестровой ямы музыкантам еще предстоит сделать в этом году. Ожидается, что оркестр поднимется на сцену через 4-5 месяцев.
На сцене муниципального центра культуры испанские и латиноамериканские танцы, ча-ча-ча, румба и другие. 5 часов 103 пары боролись за Кубок мэра по спортивным танцам. Каждая из них выступила в латиноамериканской и европейской программе. Турнир на Кубок мэра по спортивным танцам проводят каждый год. В этом участвуют 4 магаданских коллектива из Федерации танцевального спорта. Танцграция, Импульс, Виктория и Кристалл. Пары готовились к соревнованиям несколько месяцев, подбирали платья, туфли, костюмы, макияж, прически. Для судей важны музыкальность, ритмичность, артистизм. На это у спортсменов в каждом танце есть 1,5 минуты. Ведь каждый танец, он несет в себе какой-то смысл. Румба – это танец любви. Пасодополь – это танец тореадора и быка. Быка играет роль партнерши. В этом году коллегия судей Федерации танцевального спорта выбрала пару под номером 100. Кубок мэра вручен победителям турнира – Алине Баданиной и Ивану Ещенко из танцевального коллектива «Танцграция». К следующему турниру пары будут готовиться больше 4 месяцев. В конце мая пройдет турнир за Кубок губернатора. Фигурное катание под открытым небом. В городском парке открыли каток. В первые часы работы лед толщиной 35 сантиметров опробовали несколько человек. 2 месяца они ждали этого дня. Обычно каток заливают в ноябре, но в этом году долго не наступали морозы. Больше недели специальная бригада скрупулезно работала над созданием зеркального покрывала. Слишком твердый лед сильнее трескается. На чересчур мягком падает скорость, говорят специалисты. Все это приходится учитывать, готовя покрытие для фигуристов. Оптимальная температура для катания 4-5 градусов мороза, но взрослых и детей здесь можно встретить и в крещенские морозы. Мы оделись потеплее. Да. Только вот проезжал, я немножко где ломался. Он там ломался? Ну ничего. Ледовое покрытие пока неровное, поэтому очень ждут гостей. Первые посетители изрежут верхний слой, после чего за пару дней его выровняют. Каток открыт со среды по воскресенье, в будние дни с 16 до 21 часа, в выходные с 12 до 21. Вход бесплатный. Работает прокат коньков, возможно занятия с инструктором. В Магадане отметили Всероссийский день снега. Традиционно на лыжне. 32 воспитанника спортивной школы имени Елены Вяльбе готовятся к эстафете. Каждому предстоит пробежать 700 метров. Потепление на руку. Вот сегодня самая оптимальная температура для проведения подобных соревнований. И снег довольно-таки хороший, и температура не позволяет лыжнику замерзнуть. То есть и дышится легче. На старт! Внимание! Марш! Эстафету в день снега проводят 4-й год подряд. На лыжню может выйти любой желающий, ограничений нет. Но в минувшее воскресенье за медали боролись только спортсмены от 9 до 12 лет. Уже как год, сейчас полтора пройдет, мне нравится. Я буду продолжать дальше стараться, получать победы. Трасса, ну как бы не сложная, но трудно, трудно. Соперники большие были. Масс-старт, как-то лучше, много людей, экстрим. Соперничество было принципиальным. Лидеров гонки от преследователей отделяли считанные секунды. Лучшее время показала команда центральной базы спортшколы имени Елены Вяльбе. В ее составе Татьяна Кравченко, Андрей Балычев, Каролина Кириченко и Павел Мамот. Вон сам Амчак. Долина пошла. Вот такой вот вид Колымы. Бескрайние горы, бескрайние просторы, в каждой горе много полезных ископаемых. Известный магаданский путешественник поднялся на сопку рядом с поселком Амчак, 1200 метров над уровнем моря. Вершины удалось достичь за 6 часов пути, без снаряжения. В долине в это время стоял мороз – 27 градусов. Но на вершине, отмечает путник, было значительно теплее. Захотелось даже снять куртку. С 1945 года это 25-е восхождение. Настолько точную цифру удалось получить по меткам, которые оставляют все, кто поднимается на вершину. Каждый, кто поднимается на такую гору, ставит вот такой камень сверху. То бишь я сейчас сверху поставлю камень, напишу на нем – был такой-то, такой-то, ну и все. Тут даже можно сосчитать на пальцах, сколько здесь людей было. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 человека здесь было до меня. Я, получается, буду 25-й. В
Впереди новый подъем. Здесь же путешественник присмотрел еще одну вершину, которую планирует покорить. Она значительно выше. В стремлении к вершине по предварительным подсчетам могут уйти сутки. Главная трудность подъема – снег, которого по пояс. Спонсор рубрики – магазин «Мастерок». МТК-видео принимает сюжеты от жителей города и области. Присылайте ваши работы на номер 8 914 859 90 60.